Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Чкалова. Сьогодні будемо говорити про захист прав споживачів і конкретні приклади, як захистити свої права. Сьогодні у нас в гостях Олександр Панов, журналіст громадської організації «Територія закону», і Владислав Легомина, активіст. Я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо, шановні телеглядачі, у вас виникнуть запитання, пропозиції чи, можливо, побажання нашим гостям, будь ласка, телефонуйте в студію під час ефіру за номером телефону 47 74 72. Він з'явився у вас на екранах. У Миколаєві з'явилась команда небайдужих та активних громадян, які здійснюють рейди торговими точками та допомагають миколаївцям відстоювати права споживачів. Чому, Владислав і Олександре, запитання до вас буквально по хвилині, чому вирішили працювати саме в цьому напрямку і з чого все почалось? Ну, з тим, що поступали много жалоб від потребителей, тобто в магазинах, і самі сталкивались з просроченою продукцією і некачественним обслуживанням персоналу. Ну, і вирішили зайнятися цим. Владиславе? Ну, я со своей стороны просто считаю о том, что каждый гражданин должен углубляться во все сферы жизнедеятельности, с которыми он соприкасается. Вот я не отношусь ни к какой общественной организации, ну, ни к какому обществу и так далее. Я просто считаю о том, что я обязан как-то на это повлиять, на эту ситуацию. С Александром сошлись на общих точках мнения, вот, и просто как-то один раз вечером взяли камеру. После работы Александра, после работы я, взяли камеру, пошли, уделили час этому времени и обнаружили уйму вопросов и проблем в первом попавшемся магазине. А я пропоную подивитись сюжет, як, власне, і відбуваються ці рейди. Смотрите, здесь 26 жовтня, 21 или 21 числа уже срок годности прошел. Они тоже, девочки, наверное, не досмотрели, то есть тоже можно было убрать. Тут теж, ну, непонятно. Це відео молоді люди, які називають себе членами громадської організації «Територія закону», відзняли в одному з миколаївських супермаркетів. За три тижні вони здійснили близько десятка рейдів. Під увагу потрапили торговельні мережі АТБ, Тавріаве та Делікатес. Поступали различные жалобы от граждан на определенные магазины, и мы решили все-таки, скажем так, проинспектировать, согласно законам, данные магазины. То есть те, на которые поступали нам жалобы. Не одна и не две, а то есть три и более жалоб. Это по просроченным продуктам, по гнилым, по некачественному обслуживанию. Олександр Панов – журналіст цієї громадської організації. Чоловік закінчив факультет фізичного виховання та працює тренером, а у вільний час захищає інтереси споживачів. Каже, порушення майже у кожному магазині. Просрочені гнилі продукти і некачественні. И те товары, которые нарушали правила торговли, именно приказ 185 Кабинета министров. То есть были банки, которые ударены, они, соответственно, не должны стоять на прилавках. Зокрема, биті банки та прострочену продукцію представники громадської організації виявили у супермаркеті «Делікатес». Керівництво підприємства від коментарів не відмовилось. Порушення правил продажу пояснюють просто – нестача кадрів. Та продукция, которая была снята с просроченными сроками, она действительно была. Сроки были указаны, то есть любой покупатель смотрит эти сроки. Продукции было не так много, мы считаем это своей виной. И, естественно, данная продукция сразу же снята с полок. Есть недостаток кадров, он есть везде сейчас в стране. Есть большие плоскости зала. З виявленими порушеннями у супермаркетах Олександр звернувся до Держпродспоживслужби. Там пояснюють, на заяви споживачів реагують, але перевіряти точки продажу без попередження за 10 днів не мають права. На сайті вивішені плани перевірок. Якщо ми до вас, ну, йдемо на перевірку десь в жовтні, листопаді місяці, то вже з грудня минулого року ви можете бачити, коли до вас буде заходити перевірка. За 10 днів це теж чітко передбачена норма законом, ми повинні повідомити оператора ринку. Ну, даний закон готувала регуляторна політика, він направлений на підприємця.
Тож підприємці мають достатньо часу, аби підготуватися до візиту Держпродспоживслужби і прибрати з прилавків усі прострочені товари. А от гарантувати, що вони знову там не з'являться наступного дня, ніхто не може. Саме тому Олександр разом з друзями планують і надалі влаштовувати власні перевірки без будь-яких попереджень. Наша ціль – показати громадянам, що взагалі нарушаються їхні права, предпринимателями, и чтобы они обращали на это должным образом внимание. То есть мы не хотим разбить какую-то сеть, там, допустим, АТБ, сеть Таврии, сеть Копейки, нет. Наша цель, чтобы предприниматели относились к гражданам более как-то лояльно. Отже, шановні, ми подивились з вами сюжет. І питання, а чи потрібно мати якісь підстави для здійснення перевірок? І чи потрібно мати якісь документи, посвідчення? Адже власник може аргументувати, що приватна територія і перевіряти можуть тільки спеціальні контролюючі органи. Любой гражданин України должен, ну, і обязан, скажем так, иметь полную достоверную информацию по поводу тех или иных продуктов или товаров. И может проверять в любое для него время. Это прописано в законе Украины. Да, это же, скажу, не то, чтобы проверять, а он имеет право воспользоваться своим законным правом получить полную информацию по любому продукту, который предоставляет магазин. Это продукт или услуга. То есть человек может ознакомиться с датами, с формами хранения, параметрами хранения, с сроками годности и так далее. Человек имеет на это право ознакомиться. То есть мы не то, что даже как-то контролируем или проверяем. Мы просто берем право ознакомиться с продуктом, берем и видим о том, что продукт некачественный. Мы задаем вопросы администрации. Тобто, якщо я купую продукти, товари, і я хочу дізнатися походження цього товару, що людина має попросити. Якщо це продукти, наприклад, які продаються в розсип, наприклад, якісь крупи, чоловік має право попросити у представителя магазина всі необхідні документи. Это, ну, всі ці накладні, вони є, коли приходить продукція, там є сертифікати качества, норми і так далі. Чоловік має право ознакомитися з цим. Він обов'язаний або може попросити це у того, хто непосередньо навіть і проводить розсип цих продуктів. А які найголовніші статті закону про захист прав споживачів має знати кожен? Ну, самое основное – это 4-5 статья, в которой прописано, что должно, какие документы должны идти с тем или иным товаром. Плюс, если по возврату товара, либо какие-то непродовольственные товары, то это статья 8 закона Украины о защите прав потребителей, а по поводу проверок – это 25 или 26, я сейчас точно не скажу. То есть он может, любой гражданин, требовать эти документы в любое удобное для него время. А як ви визначаєте, де і який магазин перевіряти? Вам телефонують люди, вже про вас знають, хоча ви недавно працюєте. Ми доволі недавно. У нас є група в Вайбері, то є чат потребителів міста Ніколаєва. Соответственно, туди присилають і фотографії, і плюс жалуються в личне сообщення, дзвонять уже. Мой телефон я не скриваю, він всім доступний. Можуть позвонити любой і как бы попросить, скажем так, помощи, вот, либо консультации какой, в той мере, которой мы можем, мы поможем. Чи вже маєте своїх агентів, які працюють в супермаркетах і тоді розповідають вам, де і яка продукція? Ну, от це то, о чому говорив Олександр. Не то, щоб агенти, просто люди стоять в цьому вайбері, ну, в діалогі. Ті, хто купують і скаржаться. Да, то есть у нас нет никаких агентов. У нас город небольшой, мы друг друга все знаем, скажем так. И люди просто нам дают информацию о том, что вот так и так, вот так, такая ситуация у меня случилась. Вот, и мы идем как бы, в этот магазин и смотрим, что и как там происходит. Йдете вже без людей, без покупців, чи з ними, ті, хто телефонував вам? Ми можемо піти як з ними, так і самостоятельно. Якщо вони бажають з нами провести, скажімо, ну, рейд, як вони це в основному називають, ну, в принципі, і ми, то можемо і з ними, можемо і самі. І, відповідно, це показуємо, ну, тобто, як на публіку, то, що ми дійсно відреагували. Як реагують на вашу роботу і на вас власники магазинів, продавці, і чи підтримують вас покупці? Ну, скажем, в Николаеве 30%, я думаю, поддерживают, а 70% пока мест не поддерживают. Но конфликтных ситуаций у нас не было, в принципе. Да, пока мест. Все идут навстречу, все говорят, да, мы все понимаем, наша вина, все хорошо, да, и
конфликтов у нас не было. Все идут навстречу, все понимают, все обещают исправиться. Ну, не всі справляються. Тобто ми бачили, ви перевіряли групу продуктових товарів одразу міняють чи прибирають з полиці. Як працюється? Убирають з полочок. Одразу? Да. Ну, ми зауваження почти зробили, саме. Показали. Да, і ну, ми стараємося виждати це час. То есть пока они уберут все с полочек, всю некачественную продукцию. Да, мы находимся непосредственно на месте. Да, они убирают, не всегда, конечно, там так быстро, как хотелось бы нам. Они пока подумают, пока позвонят начальству, пока начальство еще кому-то перезвонит. В итоге с горем пополам они принимают решение, они убирают эту продукцию и увозят с прилавков. Мы это там мы находимся в момент до конца. Вы пришли, выклали обратно. Было и такое недавно. Было такое, да. У нас возник большой спор. Мы в магазине потом находились около 3 часов практически, спорили с администрацией, с продавцами. С приводу чего? По поводу икры. Ее температурного режима хранения, она должна была храниться при температуре от минус 4 до минус 6, а она хранилась при температуре плюс 4,5 градуса. Это на камеру у нас зафиксировано, но когда мы зашли, температурный режим сразу упал до 0,5 градусов. Угу. То есть как только мы зашли, сразу же холодильники включили, они начали работать. То есть, ну, они должны, постоянно работать, да, в таком режиме, а не только когда мы заходим. Но это не отменяет того, что она все равно хранилась нарушением. Там написано от минус 4 до минус 6, она все равно находилась в плюсе. И мы попросили администрацию отреагировать, они убрали эту игру. Мы ушли. Вот так случилось, мы вернулись через несколько часов, мы случайно проходили, решили зайти проверить. И обнаружили, что экран на месте. Мы опять позвали администратора. Опять она приняла решение убрать ее. Убрала, начала нам что-то спорить. В итоге она демонстративно приняла такое волевое решение и нервным жестом своим подчиненным сказала «заносите обратно». И в итоге мы порядка, наверное, минут 30 по телефону разговаривали с директором. Ну, нас попросили поговорить с ним, они утверждали о том, что у них есть какие-то разрешительные документы на это, я просил ознакомиться с этими документами и сказали, нет возможности с ними ознакомиться. То есть это является нарушением. Я не могу ознакомиться с качеством товара и вижу, что он хранится не в полной мере, которое должно правильно храниться. Вот. И поэтому это буквально было позавчера, поэтому мы дальше будем писать. Да. То есть первые результаты есть, они позитивные. Да, первые результаты есть, и я получил сегодня ответ по вопросам безопасности продуктов питания от защиты прав потребителей. Они направили это заявление выше, в Киев, в Министерство аграрной политики. Ну и будем ждать, так скажем, внеплановой проверки. И я направил ходатайство по поводу того, что когда они будут проводить проверку, чтобы мы присутствовали на этой проверке. То есть, чтобы это не было, скажем, коррупционным действием с их стороны. А, до речі, чи співпрацюєте з управлінням захисту прав споживачів? Ні, поки не працюємо. Я думаю, і не будемо. Чому? Ну, скажем так, защита прав потребителей, ну, я не скажу, что не работает, но она не работает должным образом. Чтобы провести какую-либо проверку, ей нужно там согласовать с Киевом, пока они направят одно заявление, пока второе, третье, пока акты, то есть магазин, ну, он будет работать в том режиме, в котором он работал, то есть нарушать права. Вибачте, у нас дзвінок, ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Ну, во-первых, я хотела поблагодарить молодых людей за то, что они занимаются очень важным делом. Причем, как я так понимаю, в общем-то, практически на волонтерской основе. Значит, естественно, так как они этим занимаются, значит, я думаю, что в нашей торговле будет изменение отношения к товару, к выставлению товара. Поэтому спасибо вам огромное, ребята, что вы это делаете. У меня к вам такая будет просьба. Я работник социальной службы Центрального района. К нам приходят в отделение дневного пребывания совершенно пожилые люди, которые не досмотрят, не довидят и так далее, и так далее. Просьба такая, вот сделать такие, знаете, вот в наше отделение, прийти в разные районы и подсказать нашим пожилым людям, как себя правильно вести в магазинах, где посмотреть эти бирочки. У многих нарушено зрение, у многих еще. Вот сделать такие, как мастер-классы, для того, чтобы они научились правильно вот это все видеть и покупать. Будьте так добры, пожалуйста.
Я думаю, це не можна. Дякуємо вам за дзвінок. Дуже чудова пропозиція, до речі. Можна от записати? От, куди нам подійти? Или розговор вже закінчено? Так, центральний... Ви ще на зв'язку? На лінії? Да. Будь ласка, повторіть. Шевченка 19А. Это отделение центрального района. Шевченка 19А. Кабинет 20, если можно. И телефон 47-35-74. Спасибо огромное за вашу работу и надеемся, что вместе будем с вами это все осуществлять. Спасибо. Успехов вам. Спасибо вам большое. Чудово. Вы готовы? Берете за это? Конечно. Якщо покупець знайшов неякісний товар, до кого звертатись? І продавець, як правило, говорить, я всього-навсього реалізатор. Як бути? Продавці повинні слідити за качеством продуктів, за тими продуктами, які вони продають. Це, скажімо, ну, у них в обов'язках це прописано. Тобто вони не мають права торгувати продуктами, які некачественні. Це ми говоримо про супермаркет. Это про супермаркет, да. Ринок. Ну, на каждых рынках есть... Чого вимагати покупцю? Сертификатов качества, лабораторные экспертизы. Лабораторные экспертизы, которые проводятся на территории рынка. То есть на каждом территории рынка есть, скажем, маленькие экспертизы, которые проводятся в мясном и рыбном отделе и в молочном отделе каждый день. И требует, соответственно, эти документы. То есть продавец перед тем, как выставить свой товар, он идет в эту лабораторию, сдает на анализы, получает разрешение, только потом он выставляет свой товар на продажу. Вот человек имеет право запросить вот это разрешение, вот этот вывод лаборатории. Если мы купили, например, ковбасу, и там что-то потрапило, и мы куда несем его обратно сдавать? Ну, первоначально, если человек купил ее в магазине, например, имеет чек, он идет в этот магазин и имеет право, согласно чеку, это вернуть. Если это крупная покупка, то нужно иметь с собой паспорт, если это дорогостоящее. Я не могу назвать стоимость, именно цифры, но в этом я знаю точно. Если это дорогая покупка, например, если не колбаса, а какая-то вещь, там, например, какие-то там обувь или еще что-то, человек имеет право вернуть это на протяжении 14 дней. Если она без дефектов, он просто имеет право вернуть, сохраняя бирки и пломбы и так далее. Если дефект, то он априори в любой период времени может ее вернуть. До речі, завтра 8 березня, і чоловіки купують своїм коханим подарунки. Ну, і як зазначають самі продавці, після свята жінки там щось не підійшло, камінець не сподобався на прикрасі, і бажають здати, повернути це. І тут починаються проблеми. Який товар можна повернути? В принципі, можна повернути практично всі товари, крім лікарських средств. Ювелирные изделия многие магазины не принимают. Ну, почему-то они руководствуются своими правилами. Хотя ювелирные изделия, они тоже имеют право... Да, то есть они должны принять. И, соответственно, если проведена еще независимая экспертиза по поводу того, что выпал, допустим, камушек по вине изготовителя, то они просто обязаны поменять. Если на аналогичный товар, то сразу же на момент покупки. Ой, на момент обміну, тобто одразу ж. Це якщо знову ми купуємо у магазині, у нас є чек. Якщо придбали товар на ринку, як правило, чеків не видають і по домовленості. Я маю попередити продавця, що я купую комусь, можливо, не підійде розмір. Як має бути взагалі? Тобто я купую, мені мають видати чек. Чи, можливо, якийсь ще документ? Розкажіть тут, будь ласка, нашим глядачам. Обязательно должен быть чек. Это, конечно, само собой, человек покупает любую, делает любую покупку, он имеет право взять... Ну, он, точнее, не имеет права, он обязан, скорее всего, взять чек, чтобы отстаивать свои права. Это документ, который подтверждает это действие. Вот, и непосредственно он имеет право, согласно, опять же, этому чеку, согласно закону о защите прав потребителей, это все прописано, имеет право вернуть этот товар. Либо аналогичный, либо там уже, ну, в идеальном порядке устанавливается там, либо он доплачивает, если он меняет на другой товар, который выше стоимость, либо он доплачивает, либо там возмещается по-другому. Но это все прописано в законе.
Якщо чек не видають, тоді краще не купувати. Звісно. Які є, коли купуєш взуття, чи, можливо, хутро, і 14 днів також, якщо, наприклад, я не взувала, я не знаю, як себе поведе моє взуття. Через 14 днів пройшло, я купую навесні, носити я чоботя буду восени. Як тут? Це дуже цікавий момент, є таке поняття сезонності. Вот, и эти товары, у них есть, магазин может выдавать на них определенную гарантию, определенный период времени, например, 2 месяца. Так вот, интерес в том, что эти 2 месяца наступают не с момента покупки, а с момента начала сезона. Это прописано, опять же, в указе Кабинета министров. То есть, если вы купили какую-то зимнюю обувь летом на распродаже, на акции какой-то, и начали носить зимой, то с момента начала сезона этого и идет отсчет гарантийного срока. Зрозуміло, це дуже важливо знати про це. Давайте поговоримо про продукти. Термін зберігання яких закінчився. Їх іноді продають зі знижкою, але не всі знають, що це порушення закону. Це порушення? Смотря як прописано на продуктах. Якщо там написано вжити до, допустим, 5-го числа, і 5-го числа продають, то це вже просрочений продукт. Якщо там написано срок реалізації до 5-го, то это включительно с пятым. Есть на некоторых продуктах, там, где написано «включно», то есть это тоже включительно 5. Но в большинстве, допустим, в молочной продукции там пишут «вжиты до». «До» – это значит «до этого числа». Это также прописано в Законе Украины о защите прав потребителей, 7 статья, 3 пункт. Ми говорили, наша глядачка зателефонувала і говорить, бабуся, вона погано бачить, і купила вона цю молочну продукцію, вийшла за касу, прийшла додому, вдягла очки і бачить, що вона просрочена. Чи можна повернути? Звісно, можна повернути. И тогда мает какая-то компенсация бути, чи повернуть тільки вартість товару? Нет, означает только стоимость товара. Это очень важный момент, я еще раз хочу подметить, вот это, этим магазины часто манипулируют. Есть понятие конечный срок реализации, например, 180 дней. Вот конечный 180-й день, он включительный. То есть, если, например, сегодня вот 7-е число, продукт еще хороший. А если написано «вжиты до», это очень важно, то 7-го числа «вжиты до» продукт уже некачественный. Эти магазины очень часто манипулируют. У нас было несколько споров на эту тему с представителями магазинов. Они утверждают о том, что у них есть какие-то там их внутренние указы о том, что продукт еще свежий. Открываем закон с русским языком, с черным по белому все написано «вжиты до» – это конечный срок реализации, который не включен. То есть, если написано до 07.03, 06.23.59, нужно было уже снимать с реализации этот продукт. Ми говорили з вами попросити там сертифікат, документи. Наскільки українці готові вимагати ті ж самі сертифікати? Ну, це питання вже к українцям, і ми просимо, щоб всі відстоювали своє законне право використовуватися цим. Чи існує у нас культура покупця? Ну, такий інтересний питання. Некоторі покупці погоджуються з нами, а некоторі покупці не соглашаются, то есть они защищают сотрудников, которые работают в этом магазине. У меня был такой случай, я находился в магазине, задавал вопрос по поводу товаров некачественных, и сзаду подошла женщина, сказала, зачем вы задаете вопрос администратору, если вам не нравится, не берите. То есть лежит на полочках некачественная продукция, и женщина защищает эту некачественную продукцию, получается. На жаль. Існують випадки, це було зі мною, коли на ціннику зазначена одна ціна, це були цукерки, ціна 189 гривень. Поряд на цьому ж ціннику написано акція цукерки 124 гривень. Я беру ці цукерки, йду на касу, коли дивлюсь, сума дуже велика, беру чек, а мені пробили ці цукерки за 229 гривень. Добитись у адміністратора якогось пояснення я не змогла, мені пояснити не змогли, але сказали, ой, вибачте, ми тоді вам ці цукерки не продамо. В чому порушення закону? Смотрите, є товар, допустим, от товар, і над ним, під ним, або над ним, або на ньому є ціна. Если, допустим, товар и под ним цена стоит, допустим, 100 гривен, вы обязаны этот товар, это является публичным договором, вы обязаны купить по той заявленной цене, которая указывается. Если
Большинство предпринимателей, они не смотрят за ценниками, и ценники просто заворачиваются. То есть там не указано никакой продукт, ничего. Но вы обязаны купить по той цене, которая указана именно там. Это яка и... заявлена, яку я побачила. Да, которую вы увидели. Дякую, вибачте, у нас знову дзвінок. Ми вас слухаємо. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как с вами можно держать связь? Вы есть на Фейсбуке, где-то у вас есть, может быть, сайт какой-то, чтобы, ну, не держать вас каждый день, а просто иметь информацию вот регулярно? У нас есть сайт территории закона, tzakon.net, по-моему, или .org, я точно не помню. И есть также чат в Вайбере. Мой телефон там также указан. Чат в Вайбере, можно присоединиться через видео по Ютубу. Если вы не против, я запишу, а потом... Может, продиктуйте. Название моего Ютуб-канала Александр 3 шестерки. Просто 666. Сейчас, я записываю. Александр... 666. И под каждым видео есть вся информация. Дякуємо. Ще запитання є у вас до наших гостей? Дякуємо за дзвінок. Олександре, в деяких торгових точках висять таблички, товар обміну не підлягає. Це порушення? Це нарушення. Що з цим робити? Дзвонити вам, дзвонити в поліцію, звертатись в управління? Ні, во-первых, ви повинні звернутися до адміністрації, тобто, чому ця табличка тут знаходиться. Тобто, якщо товар, ну, практично всі товари, вони підлежать возврату і обміну. Якщо вони щось починають протирічити, ви робите фото-відеофіксацію і відправляєте в Потребнадзор. До речі, фото-відеофіксація. Потрібно порівняти ціну, беру фотоапарат, фотографую чи на телефон, і мені підходить продавець і говорить: вибачте, але у нас не дозволяється фотографувати. Порушення? Це нарушення. Тільки не з вашої сторони, а зі сторони продавця. Ви можете ознайомитися любим удобним для вас способом з даним, или, ну, з даним товаром. Це гласить Конституція 34 і 50 стаття. Тобто я можу не реагувати і продовжувати займатися. Якщо вони вважають, що ви робите протизаконним, пусть визивають співробітників поліції, співробітники поліції їм роз'яснять, що це вполне законно. До речі, в супермаркеті іноді охорона просить пред'явити чек і показати товар, за який ти вже розрахувався і виходиш з магазину, для перевірки. Наші права і обов'язки. Що можемо? Можете показувати, можете не показувати. Але, кажуть, ми зараз викликаємо поліцію, у нас є підозра, що вам там не пробили якийсь товар. Пусть визивають. Не вопрос, да, пусть визивають. Тут нужно розділити то, що охрану діяльності регулюють закон о охране. И у них нет полномочий вас проверять, вас задерживать, вас проверять. Они могут вас только попросить, у них нету ничего больше. То есть проверять ваши покупки, ваши вещи, ваши сумки имеет право только полиция Украины, национальная полиция Украины. Охранники не имеют на это никакого права. Они могут вас только попросить. Тут уже ваше желание. Если вы имеете желание, там вы можете спокойно показать. Если нет, если вы считаете, что вас оскорбили этим, как-то там сказали о том, что вы что-то украли, вы имеете право дальше двигаться. Камери схову. Кто відповідає за ті речі, які ми там іноді нас заставляють залишити? Они не несут никакой ответственности за те вещи, которые оставлены в камере хранения. Час плине дуже швидко. Побутова техніка. Тут продавці нами маніпулюють, підмінюють поняття і вводять в оману. Наприклад, людина придбала телефон, після покупки виявилось, що він її, ну, просто не влаштовує, хоче повернути. Але тут продавці кажуть: ви фотографували, фотографували, значить прийняти ми назад не можемо. Ну, они делают это противозаконно, они обязаны принять телефон обратно с условием тем, что гарантийный срок не закончен. Вони нам кажуть, у вас тут уже встановлені сервіси, також не можемо назад прийняти, хоча самі рекомендували і пропонували ці сервіси встановити за окрему платню в магазині. В законе Украины о защите прав потребителей, все же повторюсь, там прописано, что даже если товар был в использовании, они обязаны
принять этот товар, но только в том случае, если гарантийный срок не окончился еще. Тут нюанс в том, что сервисы – это программное обеспечение. Программное обеспечение зачастую не дается гарантия. Самое главное в том, чтобы был сохранен товарный вид телефона, чтобы он не вскрывался, не было никаких дефектов и не были сорваны на каждом телефоне. Может быть, мало заметно, есть везде в разных местах пломбы, чтобы ничего не было сорвано и был товарный вид. Тогда вы имеете полное право вернуть его. До речі, про сервіс. Гарантія, строк гарантії ще не вийшов. Зламався, наприклад, телевізор. Ми приїжджаємо в магазин, саме ж ми в магазині і купували його, а нам кажуть, ні, везіть в сервіс. Хто, чи мають право не прийняти в магазині назад цей телевізор? Вони обов'язані прийняти цей телевізор, і продавець, він має предоставити транспорт для вивоза этого товара, то есть если даже он более 5 кг и не габаритный. Останнє запитання, як впливати на недобросовісних продавців? Вести фото-відеофіксацію і писати обращатися к адміністрації і писати, соответственно, заявление в Потребнадзор. Я хочу еще отметить то, что каждый раз, когда мы заходим в магазин, находим какие-то правонарушения, даже если не находим, Александра всегда оставляет записи в книгу жалоб. И когда мы находим какие-то правонарушения, Александр всегда отзванивается и отчитывается по поводу проделанной работы. То есть, если вы нашли какие-то нарушения и хотите отстоять свою позицию, первое – это фото-видеофиксация. Второе – то, что вы сейчас на месте можете сделать. Второе – это запись в книгу жалоб с указанием своего обратного адреса, куда вам могут предоставить ответ о проделанной работе, о устранении недостатков. Александра, порада є? Смотреть на сроки реализации данных товаров, на температурный режим хранения, ну и знать свои права и обязанности, скажем так. На жаль, час нашої програми сплив. Дякую вам, що завітали до нас. Успіхів вам в вашій роботі. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були ці півгодини з нами. Ми маємо навчитись поважати себе і тоді почнуть поважати нас. Дякуємо, до побачення, гарних вихідних!